Ребята, я иду в сторону Siam Square. Не знаю, как удастся. Стулья сделаны, но никто не будет сидеть. На улице страшная жара, очень. Человек не привык к чему, это сложно. Каждый день одна и та же температура. Напротив Siam Discovery Mall. Идем в сторону. Это плохо, что ли? Да, Siam Square найти, но не знаю. Не знаю, удастся ли. Люди оттуда идут. Просто надо завернуть один из островов. Thank you.
похоже на сям. Вы гулять по Бангкоку неблагодарное дело. На палящем жаре, как в столовой, воняет там страшно. Странно будет, человек с камерой на палящем солнце. Интересно, сколько градусов на вас? 40, 50. Мама спит. Там где? Да, что-то похоже, не знаю. Вот на сале я бы не против. Посмотрим. Люди. Скин. Тут будет, конечно, дорого. Посмотрим. Почти. Иду по этим. Никуанде. Массаж, массаж. Представляете, самое центральное что-то? Только магазин. По-моему, я неправильно иду. Ну что, посмотрим. Клиники. Понятно. Дорого-богато. Физики. Откуда у них деньги? Откуда у них эти деньги? По таким дорогим магазинам сейчас. Это есть, наверное, какие-то скидки. Хорошо. Очень быстро. То я ищу, куда я пойду, сижу. Тоже непонятно. А, вот тут, о, вот это тут. Что-то тут. Все выбрасывает. Этот улица Торголи, смотрите, сямли. Идем дальше. По мелким улочкам.
Я надеюсь, я включил камеру, да. Видите, дома по-своему. Вот куда я хотел бы попасть. Матери парки Таиланды. Надеюсь, что я не потеряюсь. И обезьян тут. Какой-то оазис. Такой средний парк среди, видите? Цветы, деревья такие-то странные. Это мой первый парк на Таиланде. Видите, храм тут находится. Какое-то божество, посмотрите, храм, да. Красивый храм. Почему животные там, непонятно. Вот дерево, интересное дерево, непонятно, какого оно сорта. Надеюсь, обезьян тут нету. Немножко погуляю по этому месту. Странный парк, да? Очень странный парк. Все искусственно. При такой жаре, конечно, она не может быть другой. Пальмы, такие разные деревья. Давай немножко прогуляемся. Да, тут не разгуляешься. Тут не разгуляешься, парень. Смотрите, там небоскреб, там тоже небоскреб, тут небоскреб, там небоскреб. Это очень в таком месте. Это мой первый парк. Такой пальм. Молодые пальмы. Все, вот, много цветов в горшках. Это значит, они хохсизу. Земля или что-то. О, красавчики. Школа. Вот это школа. Ага. Какой-то институт напротив. Кто-то забыл пакет. Скорее всего, это институт. А, это институт. Таиландский версия. Парк Сиам. Столовая. Это парк Сиам. Посмотрим. Как это теленовелла? Конечно, девушки, о, красавец. Какой-то у таиландца свои темные такие. Темные такие. Шикарные. Бангкок, столица, самый центр. Видите? Парк Сиам. Такой
как сказать, вот тут какой-то институт или школа, кажется, институт. Вот Сиам Сквер вот так и не найду. Вон там с стороны Сиам Пива, небоскреб. Так они кажутся маленькие, но они приличные. Вы видите, вот это здание огромное. Кажется ничего, но я называю небоскребом, потому что вот это не, это простое здание. Они построены по формату небоскребов. Не как жилые помещения, а как офисные помещения. Поэтому я называю их небоскребами. Видите, у них тропиночка, жара, летом. Люди могут пойти. Интересно, куда это ведет он. Далеко идет. Куда это ведет? Может, я тоже посмотрю. Мы побывали с вами в парке Сиам. Такой маленький парк. Что ты большой не построишь. Вот автостоянка вот это и здание. Вот это школа или институт или колледж, я не знаю, как это называется, сколько этажей здесь. Многоэтажное здание функционально. Там эти белые рубашки. В этой школьнице, которая долетит. Жилой комплекс огромный с гаражом. Или это гараж, не пойму. По-моему, гараж. Не может такого быть, такой огромный гараж. Да, жилой комплекс. Жилой комплекс. Курить нельзя, это понятно. Лианы, лианочки. Она мне нравится, они умеют. Вот такое дерево. Пойдем дальше. Школьники, давайте я им... Конечно, конечно. А тут новотел, гостиница. Школа, непонятно. Забрал сюда. Понятно, куда я попал? Школа, что ли? Обратно, да? Давайте, так.
Да, обратно. Столовая. Столовая. Там кушают. Где гулять? На света, что не живу я. Пойдем дальше. Я гуляю по улицам Бангкока. Главное, я не потеряюсь, это самое главное новость. Thank you.
короче, иду не знаю куда. Какой-то супермол. Кажется, что можно в соседнюю улицу попасть. Итак, где он, чтобы спасти людей от солнца? Чуть-чуть прохладно тут. Жара дается. Это фонтанчик. Мы прогулялись в районе Сиан.